друзья, всем привет. Ну, наконец-то мы уже приехали на реку. Ой, долго мы ехали, блин, долго собирались, пока еще зарегистрировали лодки. В общем, сейчас мы на реке. Передают на 12 часов уже грозовые дожди. Воды много, говорят, немного начало спадать, но все-таки его, ну, сравнительно с теми годами много воды. У людей вообще практически нету, это рабочий день, так что вообще прекрасно, наше место не занято, мы стали. Сейчас будем понемногу раскладывать быстренько палатку до дождя, главное успеть палатку, лодку, разгружать машину. Ну и потом уже будем начинать, уже потихоньку что-то пробовать, где-то что-то ловить. В общем, смотрите, будет интересно. Аист. Опа. Опачки. Готово. Все, пускай стоит. Друзья, ну вот получается, на проводку там практически ничего не поймали. По пару рыбок. Клев никакой. Заплыл я вот сюда до острова. Здесь вот одна яма, и выше по течению одна большая яма. Сейчас насажу выползка. Попробую прокочить. Конечно, ветер, волна, блин. Вот это немного успокоилось, но что-то оно гремит, наверное, еще гроза будет. Сейчас вот насажу червя. Выплыву туда. Попробую все-таки пройти по яме, блин. Честно говоря, давно уже. В прошлом году я только раз выплывал, блин, уже забыл, как там, что с эхолотом. Ну, в общем, будем как-то уже по ходу действия уже пробовать. Перчатку я надел сугубо ради того, потому что я заправлял мотор. И вот запах бензина все-таки, мне кажется, будет лишний на приманке. Сейчас попробуем. Самов здесь, в принципе, раньше было много. Вот там вот что-то уже гуляет, наверное, жерех, то ли щучка что-то. Но очень редко. Погода, конечно, плохая, поэтому, соответственно, и клёв такой. Ой, самов здесь было много, но с электроудочками, с различными, там, как говорят, ультразвуками, блин. Они здесь выбили очень-очень много. Плюс последняя зима, льда практически не было. Они до самого позднего времени здесь плавали на лодках и ловили на драча. Так что, конечно, вот такое вот получилось. Еда, так скажем. Для этого, для сома. Ну, в общем, начинаем заплывать. Сейчас будем пробовать, получится ли у нас что-то. Нам хотя бы его увидеть. Ну, а там уже дальше посмотрим. В общем, погнали. Так.
друзья, оно такое чувство, вроде бы уже вечер, да, темно уже так, но это все из-за грозовых вот этих туч, пошел дождь, но на самом деле сейчас еще и 5 часов нету, то есть еще для рыбалки где-то часика 4-5 можно рыбачить, то есть 4 это точно, плюс потом можно еще выйти на судака попробовать. Но погода ужасная. То есть, в принципе, передавали на сегодня грозу, передавали на сегодня дожди. Но у нас синоптики такие, что могут и ошибаться. Ну, посмотрим. Говорят, сом вообще грозу пугается и не выходит. Хотя это все, мне кажется, уже как получится. Дело случая. То есть, возможно, и грозу будет ловиться. Но сейчас посмотрим. Нам еще идти, наверное, чуть больше километров. Сейчас поднимемся выше по течению, ветер немного утих. Ну и попробуем проквочить по этой яме. Возможно, будем надеяться. В общем, не удалось нам вчера половить. Приехали мы, разложили палатку, разложили лодки. Все, собрались и пошел большой дождь. Гроза, она шла, блин, до 10 часов вечера. Потом немного утихла, утром обратно. Часа, наверное, до 9, до полдевятого шел дождь. Мы не рыбачили. Сейчас вот вышли, на проводку там немного поймали, там что-то плотва, густера, пару окуней. И вышли попробовать вот здесь остров. И около острова как раз здесь, когда много воды, постоянно собирается окунь. И решили попробовать половить окуня на отводной поводок. Сейчас попробуем, в общем, наживок мелких у нас много, у нас еще осталось от форели там много. То есть будем пробовать, ну, посмотрим, сейчас такие свои будем ставить, те, что недавно купили, а потом уже на те. В общем, если будет ловиться, то будет все прекрасно, потому что ничего, рыба не гуляет нигде, ничего, клево практически затих, то есть и тишина. Рыбачить мы будем на вот такой вот силикон, фанатик. Сейчас. Принцип. Значит, поставил я. Основной шнур у меня идет, это шнур 0,28, отводной поводок в районе, наверное, метра, может чуть немного меньше. Там я поставил груз с чебурашку обычную, ну и попробуем на вот такой вот силикон изначально. Сейчас мы его наденем и попробуем, вот так вот, я думаю, будет хорошо, пускай торчит. Ну и попробуем, побросаем. Сейчас увидим. Вот грузик 4 грамма. Я думаю, этого достаточно. Вот первые уже поклевки были. Вот еще одна была поклевка. Но что-то мажет он. Хотит. Есть? Трава. Был удар. Есть. Вот первый окушок. Вот какой. Все-таки работает. Заглотил-то как. Заглотил он, конечно, здорово. Вот еще один. Еще один. Вот этот побольше, да?
Еще? Да ты что? Раз за разом. Так, попробую я перейти. Вот это получше будет. Да. Помоги мне, я не могу. Держите. Сейчас уйдет. Нет, не уйдет. Попробую я перейти дальше. Возможно, он где-то вот здесь стоит. Да, здесь, конечно, трава. Но ничего. Попробуем туда. Немного что-то потрогала. Опа, есть. Вот. Еще один. Так, попробуем сменить приманку. Поставим вот такой вот хвостик. Это мы использовали. Такую вот приманку мы использовали на форель. В принципе, она интересно так играет. Попробуем на нее что-то поймать. Вот. Есть. И на такую наживку он ловится. В общем, друзья, поймали мы, наверное, там штучек по 5. И все затихло. Сейчас я попробую пройти начало туда, дальше, выше по течению, начало острова. Там тоже вот такое есть место, где нету большого течения. Там часто тоже так окушок присутствует. Сейчас, в общем, туда иду. Приду, попробую там еще половить. Возможно, возвращаться буду. Под островом тоже там пытаться что-то поймать. Ну, если не будет ни поклевок, ничего, тогда уже буду идти к базе, к машине. И там, наверное, уже пробовать на проводку. Ну, вот, в общем, увидим. Наперед загадывать не будем. Сейчас все будет видно. Погода, блин, вообще красота, блин. Немного такие тучи, конечно, темные ходят, но уже такое парит вроде бы. На дождь, наверное, обратно будет. Но жара уже, солнце вышло. То есть уже радует. Если бы вчера такое все было, было бы неплохо. Но мы всегда так приезжаем, когда самая плохая погода. И пытаемся в такую погоду что-то поймать еще. Здесь вот начинается яма, она небольшая, но она глубокая. Там что-то в районе 10 метров. Здесь осенью неплохо судака ловят. Ну и под осень здесь щучка постоянно около острова крутится. Вот что-то есть. Еще, наверное, один окушок. Да. Небольшой. Ну, вот такой вот. Вот был удар. Есть. Здесь, наверное, на свале все-таки он и держится немного его еще. Опа. Есть еще один. Вот еще один. Вот бьет. Вот, блин.
был удар. Но он не попал. Промазал. Вот когда ты тащишь даже вот такого мелкого окуня на спиннинг с тестом от 2 до 12, оно, конечно, приятно очень сильно. Облегченная снасть, оно чувствуется каждый удар в руку. Вообще прекрасно. Каждая поклевка, как перекатывается груз по ракушкам. Их здесь много, вот было мелкое, толчок был. Вот еще один. Вот этот получше. Какой. Вот это окунь уже. Вернулся на это место еще. Вот. Это уже второй здесь. Итак, друзья, вроде мы заплыли на ту точку. Будем пытаться сейчас. Ветер, конечно, сильный, нас будет сносить. Мы еще опускаем на 4 метра нашу приманку. Нас постепенно сносит. Друзья, на этом наша рыбалка уже заканчивается. Уже скоро вечер. В общем, я надеюсь, вам понравилось видео. Ездите почаще на рыбалку, не оставляйте мусора, берегите природу. В общем, до новых встреч.